Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Часть 3. Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Нужно знать, как правильно пить воду в зависимости от вашего пола, возраста и уровня здоровья как минимум. Иными словами, когда пить воду, какую пить воду и очень важно, сколько пить воды. И количество воды определяет не расположение звезд либо день недели, а ваша масса тела. Иными словами, если вы ребенок либо человек в возрасте с заболеваниями сердца и сосудов, у вас должно быть такое количество воды, чтобы образовывалось около 1% от массы тела количество мочи. Если вы молодая женщина, количество мочи может быть 1-1,5% от массы тела, а если молодой мужчина – и 2. В этом случае вы сопровождаете грипп правильно, охлаждение и очищение организма происходит полноценно. Больше узнать информации в других публикациях на моем инстаграм. А если вы узнали новую для себя информацию, не забудьте на это видео поставить лайк и поделиться со своими друзьями.